Здравствуйте еще раз. Я очень рада приветствовать вас в нашем Серовском историческом музее. Я очень надеюсь, что вы здесь не первый раз, да? Да. Это очень приятно, так как воспитанный человек должен не только любить свою родину, но и знать историю. История в вашей школе, я думаю, преподается очень серьезно и интересно. Поэтому я вас поздравляю с замечательной акцией. Сегодня всероссийская акция. Как она называется? Подскажите? Кто точно знает название акции? Зоя Михайловна, подсказывайте. Подсказывайте вы, говорите. День кадет в музее. Да, вот сегодня для вас целый день будет работать Серовский исторический музей и выставочный зал возле нашего замечательного торгового центра. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю. Надеюсь, что эта игра для вас будет познавательной, интересной. Добрый путь. Все замечательно.